Летевший из Нур-Султана в Шымкент самолет «Флайерстан» экстренно сел в Алматы. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что посадка произошла из-за погодных условий. В авиакомпании подчеркнули, что самолет приземлился благополучно, никто из пассажиров не пострадал. По словам тех, кто был на борту, воздушное судно смогло приземлиться лишь с третьей попытки. В воздушной гавани Алматы отметили, что во время полета выяснилось, что в пункте назначения в Шымкенте были неблагоприятные метеоусловия из-за густого тумана, поэтому самолету пришлось сесть в Алматы. Но спустя два часа воздушное судно вылетело в Шымкент.